Вопрос родителям. Как часто вы наступали на деталь Лего? Первая мысль – больше конструктора в доме не будет. Есть решение. Первая в Приднестровье – Лего-комната. И ребенок доволен, и нет неожиданных сюрпризов в ковре. Открытие уже скоро. 4 месяца работы, и вот мир Лего собран. Буквально в самом центре Тирасполя. Идею нам подсказал наш маленький сын. Вот, мы отдыхали, вот, на море отдыхали, и он увидел комнату, где просто двигался поезд. Он говорит: мама, папа, мы хотим туда. Вот, и так за ручку нас взяли и туда потащили. Вот, и когда мы это увидели, эту прелесть, где можно оставить ребенка, и он просто с головой уйдет в эту игру. Отправиться в гости к Винни-Пуху, стать машинистом и управлять поездами. А еще капитаном корабля, балериной или кондитером. Можно и примерить форму пожарного. Мир Лего затягивает, проверено на себе. Игра – лучший способ познать окружающий мир. А еще Лего развивает мелкую моторику, знакомит малышей с цветами и формами. Кроме игры в город, детки могут собрать конструктор сами. У нас есть отдельные наборы. Вот, мы ребеночку будем давать. Он открывает. Здесь идет подробная инструкция, как собирать данную игрушку. Есть бонус и для родителей. Пока ребенок будет в новом мире, родители смогут спокойно сходить, например, в кино. В игровой будет 2 администратора, так что детки без присмотра не останутся. Открытие уже в эту субботу. Находится лего-комната на 1-м этаже нового комплекса, рядом с фонтаном и кинотеатром.